Всем привет, дорогие мои. Так, я куда-то забрела, кол Сельмо, болтаю с ним. Какие еще Чуан раскопки? Цзяо, развалины под Маркартом. Множество Чего? артефактов, на исследование которых у меня ушло уже две человеческих жизни. Мужик, Бестолочь, ты сколько хоть тебе знаешь, кто лет-то? я? Самый Конечно, нет. признанный исследователь Двемеров на всем Темриэле. Слушай, И мужик, ты хотя бы никакой не я. поворачивайся ко мне лицом для Я начала, а то мне прошу с попой прощения. твоей Я смотреть не хотелось. Так, что у тебя на продаж? Я Давай так понимаю, разберемся. ты маг. Маг? Каким местом я маг? Я так Я ничего не понимаю, ты прокачиваю маг. по маге. Думаю, ты оценишь вот это. Ой, просто. Так, одежда, золотое кольцо, одеяние новичка. У меня вся эта фигня есть, дорогой мой. Нашел мне чем удивить. Истерия, существа люди ниже обращаются в бегство на 60 секунд, огненный взрыв 75 единиц с центром точки нахождения, заклинание чем быть. Это, конечно, круто, но я не хочу магию прокачивать. Мне как-то, знаешь, она совершенно неинтересна. Быстрое лечение, так. А вот лечение я бы могла прокачать, но мне тоже как-то влом этим заниматься, том заклинание. Мне лучше алхимия, вот алхимия мне больше нравится. Так, большой камень душ, великий. Да я тебе сама эти твои камни душ продам. Их столько наворовалось. Так, давай посмотрим, что у меня тут есть. Том заклинаний пламя. 17, ты с меня 250 хочешь, а тут всего 17. Ты издеваешься, что ли, а? Ну ладно, давай я тебе хотя бы покрою ее. Мне нафиг она пока не нужна. Так. Разная. Камень душ крохотный. Слушай, они ничего не весят, поэтому пошел ты в попу. Ничего продавать тебе не буду, дорогой мой. Так, давай. Упорство тебе. Я тебя впущу. Если разберешься с Нимхи, я пущу тебя и на С кем раскопки, и в свой разобраться? музей Двемеров. Что Паучиха. скажешь? Да, конечно, Энтузиазм? паучиха. Отлично. Убить Вот нимфу тебе ничего. ключ, Я... чтобы попасть на раскопки. Хорошо. Да, Тримера. они изобрели машины и пост... Машины А изобрели. Вы затем на конях ездите. мы до Какие сих пор не машины? знаем точно, когда именно они исчезли. Ага, еще вопрос, куда машины Целый делись? народ. Ну, хотя бы для того, чтобы защитить мое исследование. Ага, я только что Сейчас стащил у тебя полно все, что ты ученых-головорезов. раскопал. Кто готов? К тому же вести раскопки в Чуанзеле опасно. Ага, опасно. Двемерские ловушки и машины до сих пор работают, хотя прошли тысячи лет. Я Все? племянник А, Кальцельма. прощай. Помогаю ему в лаборатории. О, химическая лаборатория. Крутяк. Что я хотела на ней сделать? Так. Повышение навыка колдовство. И зачем мне это надо? А, колдовство. Сопротивление огню, костная мука. Фиг его знает, не знаю. Урон, запасы, повышение. У меня кроме типа горноцвета и лаванды ничего нету. Как это так? У меня ж куча всего было. Может, я Стэну все это отдала? Да выйти, конечно. Смысл мне здесь оставаться? Да выйти из меню алхимии. Выйти. Так, Свен, ты где? Давай мы с тобой Я все еще обменяемся. здесь. Здорово, что ты все Ладно, еще что мне здесь. понести? Так, давай. Свен, вначале мне надо разобраться, что у тебя с этим. Господи. Так, оружие. Оружие мне твое не надо, одежду. Слушай, одежду. Одежду. У тебя же магическая одежда есть. Точно, дорогой мой. Я этому сейчас мужику попробую это сбагрить. Соответственно, мне надо попробовать это все сбагрить, а значит, давай-ка серебряное ожерелье отдавай мне, вампирская броня, не знаю, нужна ему, не нужна, проверим. Богатые сапоги, капюшон ученика, богатый головной отдел, школа восстановления, черное одеяние, нафиг оно мне надо, зачем его таскаю я, фиг его поймешь. Так, оружие, посохи у тебя есть? Железная секира, нет, посохов у тебя нету. Так, ключи. Что у тебя с пищей есть? Ой, ё-просто, вино. Я же могла продать этой девке вино. Я еще удивлялась, кого вино моя тусуется. Так, железно-серебряный череп тролля саблезуба.
А черепы тебе не нужны, Макс? То мне их много, понимаешь ли? Так, разная. Да фиг его знает. Нет, вроде бы. Тут все как бы... Так. Свенчик, солнце мое. Так, давай ладно, тебе сразу что-нибудь повезти? Отдам тяжелое, что у меня есть. Так. Так, так, так. Я все удивляюсь, что я все хуже и хуже все ношу. Так, одежда. Зелья. Так, зелье, кстати, эту магу не смогла сбагрить. И очень печалька. Это очень-очень меня печалит. Это... Слушайте, у меня ничего нет такого ненужного. У меня все очень даже нужное. Сколько у меня перевес? 100 килограмм перевеса? Ребят, откуда? Это же пипец как много. Откуда у меня такой перевес? Я не понимать. Я что-то... А, я же у него кучу всего забрала. Показывай дорогу. Покажу, покажу, обязательно. Не давай моему дяде углубляться в свои теории, а то всю ночь тут проторчишь. Ёпрст, дядя, стой! Я занят исследовать артефакты, что я нашел в Мчуан-Дзеле. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами? Нет, я хочу тебе продать одежду, мага. Так, вампирскую броню. Хорошо, я ее продаю тебе. Кстати, я, по-моему, не одета сейчас. Ты в курсе, что ты одета сейчас в вампирской броне? А, пофиг. Вы перегружены, отлично. Почему красноречие? Капюшон ученика. Так. Цена сделки 300, у торговца есть 280. Торговец, ты несчастный и бедный, ты в курсе? Так. 0,5. На сделке. Блин, ну со мной торгуется, гад такой. Типа, хочу я ему продать за 288 или не хочу? Вот в чем вопрос. Я не уверен, что я хочу ему продать. С другой стороны, нафиг мне наносить с собой. Ну, давайте поносим. Так. Давайте поносим. Так, отлично. Теперь Свенчик, солнце мое. Где ты, мой сладенький? Ты мне нужен. Я вернусь к своим исследованиям. Свенчик, лапусик, ты где? Так, снять зачарование. Зачарование. Выберите предмет, хотите уничтожить, чтобы изучить на него улучшенное зачарование. Так, отлично, давайте. Что у меня тут? Это то, что я... А, снять зачарование. Так, секиру горения, она на мне, насколько я помню, одета, поэтому я ее снимать не буду. Вот. Одеяние ученика, что она делает? Восстановление расходное. Так, одеяние мне не надо делать, потому что за смысл мне одеяние раскукороживать. Так. Предмет. Урон электричеством. Кушение запаса сил. Камень душ. У меня дофига этих камней душ. Так, что за предметы? Мне, по сути, ничего там не надо. Это все на мне одето, правильно же? Железные сапоги. Это на мне одето? Не, не на мне, это одето. А какого лишего они на мне делают здесь? Я еще думаю, что я перевешена. Понятно, что я перевешена. Так, Свен, ты где, ё-моё? Когда нужен, дорогой мой? Так, я давай, Свен. Не прикрывать меня не надо, давай мы... Лукана в Ривервудском торговце есть... Если тебе нужно оружие или доспехи, иди к кузнецу. Ладно, что мне понести? Так, дорогой мой, я тебе сейчас сбагрю опять все, потому что у меня перевес просто чертовский. Так. Пу-пу-пу. Так, левая. Так, давай. Когда тебе? Так, это я тебе отдаю. Это я тебе отдаю. Это я тебе отдаю. Стальной шлем. А что значит крестик? Железные сапоги. А, ну да, я тогда их сейчас улучшу. Раз у меня есть чем улучшать. Так, зелья. Да вроде бы они все занимают-то не очень по много. Свитки, пища. Так, вино мы тебе все отдаем. Так. Чё у меня на 92 кг?
Конина. 15 единиц. Слушайте, у меня еда дофига занимает всего. Давай помидоры тебе, что ли, сбагрим. Мне они пока нафиг не нужны. Так. Початый сладкий рулет. Томатный суп. Да нет, вроде как. Тыква. Тянучка. Блин. Я раздела, что ли? Не понимаю. Вроде бы одета. Почему я такая? Вот плохо, что нельзя посмотреть конкретно, что у тебя занимает вес такой большой. Может, книжка какая-нибудь у меня супер тяжелая, нет? Что это? Растущая угроза, том. Том 2. А зачем она мне нужна? Сейчас выкину эту книгу, Жулю. Ключи, 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 ключи. Разная. Разная. О! Так, это что у меня там было? 25. Металлическая отливка. Конечно, отдать. Слишком тяжело. Блин, Свен тоже таскать это не может. Все, представляете, ребят? Он таскать не может, я не могу таскать. И что? Эпопея какая-то выходит. Блин. Черт побери. Свен, а что у тебя вообще тусуется? Почему ты такой слабак у меня сейчас оказался? Хорошо, буду здесь. Да не надо мне здесь быть, дуралей ты. Мы выступаем. Так. Следуй за мной. Идем. Я прямо за тобой. Мне надо разобраться. Ладно, что мне понести? Собака, ты где? Я бы тебя сейчас тоже использовал. Так. Что у меня у Свена? Из оружия. Железная секира, эльфовский. Блин, да ёбарась, да? Показывай дорогу. Да покажу я тебе дорогу, покажу. Помогаю ему в лаборатории. Учитывая, как у меня все весит. Так, давайте предмет. Железные перчатки. Давайте улучшать. Зачарование. Никому ничего не могу. Хотя камни душ есть. Так, железные сапоги. Зачарование. Повышение запаса сил. Отлично. Камень душ. А, а разница-то какая? Ну, давайте вот этот. Увеличивает запас сил на 6. Увеличивает запас сил на 13. Конечно, большой. Смысл какой мне? Хотя, давайте обычно вначале сделаем. Так. Создать. Конечно, зачаровать. Неплохие чары. Но продолжай учиться. Это обязательно. Так, шаги. Стальная броня. Повышение запаса сил. Так, повышает на 13. Большой повышает на 13, крохотный. Ой, крохотный на одну повысит. Так, давайте тогда. Вот так. Яса. Так, теперь стальной шлем. Я что-нибудь повысить? Нет, не могу ничего повысить. А если стальной шлем? Слушайте, мне не нравятся эти камни под названием маленькие камни. Так, выйти из меня зачарование, да? Чувак, ты мне продать, я могу тебе камни сбагрить я или нет? Я племянник Калсельма. Да хоть древесного дерева. Мне как-то пофиг, чей ты там племянник. Погляди. Так, книги разные. Крохотный камень душ. Крохотный камень, 4 штуки. Пусто, заполнено. Уровень души крохотный. Ну и смысл мне от этого камня душ? 0,1. Пофиг. Так. Продать, продать, продать. Маленький камень душ. Продать. И душ продать. Пошли вы нафиг все эти камни душ. Так, все. С вами я разобралась. Теперь мне надо разбираться. Давай моему дяде углубляться в свои теории, а то всю ночь тут проторчишь. Да уж. Так, зачем мне нафиг нужны эти балки? Вопрос на засыпку. Может, не одна балка пригодится? А?
Нет, не пригодится одна думать. А я думаю, да, давайте нафиг эти балки выкинем, потому что в противном случае мне эту придется балку тащить очень-очень долго, а мне не хочется ее таскать. Так, 220, большая декоративная деревенская балка. Большая, 220. Потому что я все равно не знаю, куда ее девать. Две мерзкая балка. В любом случае, я теперь знаю, где эти балки лежат. Так, другое дело, что я выкидываю, наверное, их не в очень хорошем месте. Так. О, веса у меня нету. Уже практически. Так. Камень, камень, камень. Камень, камень. Так, где-то у меня тут книжка была. Уже нету книжки, да? Древесный хромоскоп, шерстерня. Давайте вот так. Так, книги, книги, книги. У меня какая-то была... Прикол в том, что в этой игре приходится как идиоту разбираться с этой всей фигней. Да, неправильно я их выкинула, дорогие мои. Надо было выкидывать как-то в более таком хорошем месте. Так, все, я не перегружена, я могу бежать. Отлично. Куда я бегу? Не знаю. Ух ты. О, что за грибы? Я хочу грибы. Так, отлично. А теперь я буду воровать у него. Незаметно. Так, ничего воровать у него нельзя, кроме лука. О, получилось, получилось, получилось. Я молодец. Я молодец, Лена молодец. Осталось целый только еще... Город под крепостью. Я ничего не прячу. Закрыто, значит, подальше, если не хочешь, чтобы паровой центурион меня покалечил. Вечные враги. Сперва вы забираете Тауса. Я слежу за тобой, Каджи. Даете нам поклониться памяти ушедших? Кто следит за мной? Вы с вашим ярлом ответите за оскверненный прах моих предков. Довольно, Тонгвард. Мы закончили. Это кто такой? Если ты хочешь попасть в зал мертвых, то нет, тебе туда нельзя. Брат Верели. А, вот как раз мне с ним надо было поговорить. Так, почему я нет? Я не могу об этом говорить. Отлично. Не бойся, ярл знает о нужде каждого. Терпеть не могу таких чуваков. Скоро все снова смогут посещать мертвых. Так, если ты мне расскажешь, в чем дело, убеждение. Может, нет, как папа. Мне не нравится, когда со мной общаются, как с пустым местом. Ладно, я все равно советовал ярлу нанять кого-то, чтобы решить эту проблему. Мы обнаружили, что некоторых мертвецов ели. Плоть обгрызли, кости сломали, чтобы добраться... Так там кто-то жил. Че тебе удивительно? Мы пока никого там не поймали. Будто оно знает, когда я там. Если докопаешься до сути, жрецы Аркея наградят тебя. Вот, возьми мой ключ и будь осторожнее. Слушай, что удивительного? Там до хрена пыли, там крыса. Крысы едят мертвечина, в том числе тоже. Я тоже вначале ничего не понимал. Там похоронены горожане. Отцы, праотцы. Какие похороненные? Там все пусто, ни в одном гробу никого нету. Аркей. Один из восьми божеств. Бог цикла рождения и смерти. Именно в святилище Аркея молятся люди, когда приходят в зал. Ибо он будет присматривать за их предками на пути к следующей жизни. Крутяк. Прелестно. Я, короче, с тобой поболтала, ты ничего мне больше не скажешь. Будь начеку в зале. Мы не знаем, что там творится. Обязательно. Так, а где этот чувак-то? Брат Тургут. Доброго дня. Свен, да ёпперсте. Я потеряла чувака. Вот, по-моему. Кто-то украл твой сладкий рулет. Клан Серебряная Кровь. Эй, ты. Ты тоже марионетка Империи? По-моему, мне надо было с тобой поговорить. Хотя не уверена. Она говорит, ну и что? Твоя Империя убивает все, на чем держится Скайрим. Честь, гордость. Передай ярлу Игмунду, что клан Серебряная Кровь недолго будет терпеть его трусость. Прелесть. Он настоящий герой нордов. Он основал империю. О, господи, ты боже мой. Сербцы отвернулись от него, чтобы ублажить Эль. Нам принадлежит... Мы защищаем предел. Он все старается забыть, что Ульфрик Буревестник спас наш город от изгоев. Ульфрик герой. Они начали великую войну. Эльфы? В каком месте? Обычно эльфы маленькие, кроме этой игры. Страшные они здесь.
криком сразил изгоев на стенах, а потом повел за собой отряд. Вот, кстати, я никак этот крик еще не пробую. Подобно самому он настоящий герой. Поняла, что ты у меня считаешь, что все герои... Легендарный король. Он был настолько велик, что сами боги вознесли его душу на небеса и сделали его равным себе. Так. Ладно, побежали, взял мертвых. Мне в приеме. Он не сможет вечно нас не замечать. Так, вот. Хочу зал мертвых. Люблю я мертвечину я люблю. Не в плане еды, конечно. Так, это что за красавчик? Кром темных эльфов дает 50% защиту от огня. Красивая мужчинка был. Так, это куда я попала-то вообще? Ё-моё. Я вроде бы как... Что тебе нужно? Так, что-то я реально запуталась. У меня опять, что ли, задания сместились? Или что произошло? Так, карта. Так, да, у нас навыки повышения не требуют, нет? Способности осталось 8. Пролесно. Так. Задание. Так, дом ужасов. Найти жреца Буэти я ищу. Изгоев. Так, значит, так я уже разузнала, нет, разве? Что-то я не поняла. Так я разузнала все. Не понимаю. Найти. Я что-то с ума, что ли, схожу? Принести готу, отбить товары Лизбио, Искоев, лагерь Тихих Лун с каким-то этим, господи, с штукой мукой-фукой. Так. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Какая прелесть. Я слежу за тобой, Катя. Да следи ты за мной, господи. Кошка у вас что, вызывает такие подозрения? Мужики. Вы какие-то... Не знаю. Много думаете. О, обокрасть можно. Не получится. Ребенок смотрит. Черт побери. Я работаю с серебром, как мой отец. И его отец до него. Путяк. У нас ювелирная лавка на рынке. Ее держит моя жена Кера. Учиться это здорово. Я уже умею стучать молотком. Прелестно. Умеешь. Такс. О! Товар. Рынок. Крутяк. Что у тебя есть? А, я что скрыла? Я могла так скрыть? Я тебя предупреждаю. На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Да идите вы нафиг. Я случайно попала. Хотела с ней поболтать, а тут неожиданно выяснилось, что я вскрываю чего-то там. Перед ее носом. Как будто весело это мне. Ну, случайно. Как говорится, за случайно бьют отчаянно. Так, пофиг, бегу сразу тогда. Еса! Так, все, я поняла, что с тобой лучше так это. Давай я вот так с тобой поболтаю. Кстати. Кто на меня смотрит? Мужик на меня смотрит. А вот так? Так еще бы меня не запалили. Я практически придвинулась к ним тебе же. Тебе нужен подарок для друга? Или для объекта? Моя... Да, нужно отправить посылку Калсельма. Спасибо. Может, слушайте, он и сложный человек. Я не знакомый человек, а мне все что-то дают? Я тебя умоляю. Не хочу об этом говорить. Если тебе нужны ответы, поспрашивай в таверне. Она говорила, что живет там. Прелесть, я уже там была. Красивые вещицы для красоток и красавчиков. Где же там? Слушайте, а может у нее можно все сбагрить, а? Так, навык ношения тяжело увеличивается на... У ее колопопай, какие дорогие штуки-то, а? Блин. 5, 25. Красивые вещицы для красоток и красавчиков. Да. Так, отмычка. Нет, дорогая моя, я отмычки тебе продавать не собираюсь. Иди ты в пень-колоду. Возвращайся, если понадобится новое кольцо или ожерелье.
Я прямо за тобой. Мне надо, чтобы мы с тобой поменялись Ладно, вещами. Ладно, что мне понести? Мне ничего не надо нести. Представляешь, я тебя заберу сейчас. Так. Я перешла в одежду, а почему тут... Так. Ты, короче, одел кучу жерелья, в которые стоит куча бабла. А зачем ты это одел? Зачем? Я тебе, дорогой, это заберу. Можно я тебе это заберу? Не знаю, зачем ты это одел. Так, кольцо запаса сил. Ни хрена у тебя запас не идет. Так, амулет. Блин, ты у меня красавчик, все вещи одел. Блокируйте щитом на 10 ум. Я продам сейчас этой бабе все. Деньги нужны. Деньги. Все равно у тебя нету щита никакого. Так, железный шлем. Это сложный вопрос. Давай заберу богатые сапоги. Богатый головной убор. Богатая одежда. Так. Одежда. Давай обычную одежду нафиг выкинем. Чё её таскать с собой? Так, разная. Стальной слиток, стекло, шкура. Я ничего пошу, тебе интересного нет. Так. Види. Да, поведу я. А ты-то кто такой? Украшение во всем Чем маркер? Старый скальп может быть полезен? Какой скальп старый? Что ж, ты же Акмунд. Тот, кто сможет тебя научить. Дорогой мой, с такими глазами ты только болтать можешь. Так, взята красноречие. Конечно, давай меня учи. Учи. Все, больше не научишь. Да, когда я был молод, я создал себе громкое имя. Коллекция бардов. Давай задание, давай барду, который там в лесу тащится. Говори с Виарму в Слитюде. Это... Хорошие тебе драки. Не собираюсь я не говорить ни с кем. Ой-о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 й
разбираться, что за черное. Пока.